востока на запад. Здесь вот по дороге до Турции. Гвардии по законе для награждения прибыл. Для награждения прибыл. Сильным оружием. Полковник. Все нас пленными. Пленных забирали из подвалов, из экспозиций. Сейчас сколько пленных? Работа мы продолжаем совместно с военной полицией, сейчас системой. Что, ну вы слышали, наверное, то, что сказал Верховный. Гуманно, как это было всегда. Перевозку населенный пункт. То, что касается наращивания сил противника. На первом этапе проведение активных отвлекающих действий. У нас сегодня по соотношению сил преимущество на нашей стороне. В ходе нанесенных ударов уничтожено 65 объектов. Получается, у них идет по... Да, географию используют, высоты, и прикрывая левый фланг этим удароделом, коротким закрывающим. Отодвинули уже в течение 3 суток на 3 километра. Это первый оборонительный рубеж противника. Кирпы. В переводе на русский увеличены. Обороты боевой укладки до 60 выстрелов. Недостаток этой машины — это слабая проходимость. Это всех машин практически европейских в наших условиях касается, они всех. Всему миру понятно, что лучше автомат Калашников. Нет, да. Все равно, лезут. Ну, им вбагривали все подряд. И новое, и старое. Это чей? Что это заряд для гранатомета? 40 миллиметров. А, у нас это Хорватия. Подсольный гранатомет, так точно. 50 таких машин были им переданы. БТР М113А2.